Hi guys, welcome back to Junris Vlog The Reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет, and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video is an American Volgograd. He wasn't expected on it of what he discovered on this amazing, beautiful city of Russia, Volgograd. And credit to the owner also with the video to tablet memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any video from tablet memory or Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video requests. I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles so that we can understand with each other, guys. Listen with you at the comment section what are your thoughts or additional information with regards to this video. And let's discover Volgograd to this America bring and spending time on this beautiful city. At the end of this video, we will also be telling you what is Volgograd or which particular city in Russia or the previous name of it. So let's get to it. Enjoy guys, let's travel to Volgograd. Видео создано совместно с каналом Russia Beyond. Oh, I think this is fun. I always enjoy like tablet memory. Ребят, я думаю, мне нужен отпуск от моего отпуска. Guys, I think I need vacation from education. Stalingrad. Сталинград. Путешествие по России. Специальный выпуск. Одним днем ранее. Привет, друзья, и добро пожаловать в путешествие по России. И это, то, что за мной, и то, что вокруг меня повсюду, это Волгоград. Город-герой. И как всегда, у нас есть одна съемочная группа, $100 и 48 часов, для того, чтобы показать вам все, что нам рекомендовали местные жители. Сделать, увидеть, попробовать и испытать в Волгограде. Подождите, Волгоград на этой неделе действительно называется Сталинград. Да, и один раз каждый год этот город становится Сталинградом. И я вам объясню, почему прямо сейчас. С начала 16 века и до 1925 года этот город назывался Царицын. Но это название не устраивало коммунистическую партию, и до 1961 года город назывался Сталинград. Хрущев изменил название в Волгоград, несмотря на память о Сталине. Было много предложений от местных жителей снова назвать этот город опять Сталинград, но местная власть решила выбрать компромиссный вариант. И теперь в определенные дни этот город называется Сталинград, а все остальное время — Волгоград. Центр этого города просто замечательный с его огромной сталинской архитектурой. И Волгоград отстраивали после Второй мировой войны. И, к счастью, они сделали потрясающую работу. И, ребята, Россия может быть невероятно жаркой летом, я вам скажу. Павлик, у тебя есть там свободное место в твоем рюкзачке? Да, ну вот, держи мой свитер, положи его там рядом с камерой. Не могу я носить все эти вещи. Вау. Even they changed the name. О, мою дочку точно так же зовут. Still... Ее имя прям написано на этом здании. Алиса Кирби. Привет, Алиса. Папа тебя любит. Ребята, и вот эта часть здания называется Дом Павлова. И, может быть, вы не поверите, но это одна из важнейших достопримечательностей этого города. И даже всей страны. Знаете почему? Я вам обязательно расскажу, но чуть позже. А это что такое? Ребята, вы знаете, я должен вам признаться. Мне немножко стыдно, потому что я плохой исследователь, знаете? Я никогда не думал, нигде не видел, никто мне не говорил, что в Волгограде есть свое собственное метро. А оказывается, есть. Так что давайте зайдем внутрь и проверим, посмотрим. Может, оно такое же эффективное, как московское метро? Ух ты, похоже, у них одна большая длинная линия на протяжении всего города. О, Мамаев курган. Я-то думал, что он далеко-далеко за городом. А оказывается, вот он. Это потрясающе. Это замечательно. Вот, родина-мать зовет, мой самый любимый монумент. На самом деле, мне кажется, она меня только что позвала, поэтому поехали. А это что такое? Что это? Oh, wow. Ну, такого я еще никогда не видел. Опять.
this is nice adventure, nice travel for this American guy in discovering Volgograd or Stalingrad. This is an amazing place. Ну что же, это было очень необычно. Мы начали вообще-то в метро нашу поездку, прямо под землей. А сейчас мы на поверхности. Со мной такого никогда не случалось. Когда ты начинаешь в метро поездку, а заканчиваешь на поверхности. Ну это просто как-то странно. И, по-моему, я вижу очень знаменитую девушку вот там, которую я хочу узнать получше. Это почему они забор тут поставили? Я не могу перейти. А, ну ладно, вот, короче, туда мы пойдем сейчас. Мемориальный комплекс Мамаев-Курган — это то, что должен увидеть каждый, кто живет в России. Хотя бы один раз. Он по-настоящему огромный. И займет как минимум полдня для того, чтобы посмотреть там все. И на вершине этого комплекса самая огромная статуя женщины в мире. Родина-мать зовет. И на время его создания это было настоящее чудо архитектуры. И невероятно мощное идеологическое заявление. Это был ответ Советского Союза на американскую статую свободы. Люди говорят, что некоторые места, вот такие, например, как Большой каньон, не могут быть захвачены на одной фотографии. Это просто невозможно. Ты просто не можешь ощутить это на фотографии. И это одно из таких мест. Оно абсолютно потрясающе. И если ты подойдешь действительно близко, то ты можешь увидеть все эти маленькие детали, надписи, все эти известные слова из Второй мировой войны. И все, что здесь находится, все эти скульптуры, этот размер статуи Родины Матери, это действительно потрясающе. И одна очень важная вещь, которую я вам хочу сказать, это одно из тех мест в России, на котором ты не должен ходить по газону, потому что здесь действительно полегли тысячи человек прямо на месте этого комплекса. Поэтому если не ходить по дорожкам, а по газону, считай, что ты наступил на чью-то могилу. А это очень грубо и неуважительно. А это зал военной славы. Так же, как у могилы неизвестного солдата в Москве, 24 часа в сутки охраняется караулом. И они стоят прямо там. И здесь повсюду более 7 тысяч имен тех, кто погиб в Сталинграде, но из общего количества ушедших 7000 это просто капля в море. No, I think it's more than 25. Somebody told me. Побывав на Мамаевом кургане, вы определенно захотите узнать больше об истории этих кровавых битв и историю этих людей. Поэтому я решил посетить музей Сталинградской битвы. В музее довольно темный интерьер, и вроде как он выглядит современным, но на самом деле это оригинальный дизайн для этого музея со времен Советского Союза. Черный, красный, серый на стенах этого здания действительно дает вам правильно прочувствовать тот период времени и что происходило во время той битвы. Это панорама. Мама одна из самых больших в мире и определенно самая большая в России. И что действительно интересно по поводу этого, она показывает битву за Сталинград с того места, на котором сейчас стоит монумент «Родина-мать зовет». Вот с верхушки того холма битва выглядела бы именно так. Вроде бы это было так давно, но не так давно. Вообще-то этот музей находится рядом с домом Павлова, о котором я вам говорил ранее. Вы знаете, я думаю, меня закидают чем-то нехорошим русские, если я неправильно опишу настоящее значение этого здания для России. Поэтому я собрал некоторые цитаты, которые описывают, почему этот символ — это здание, за которое фашисты и русские бились на протяжении недель во время битвы за Сталинград, почему это настолько важно. Один человек сказал, что это было важно, потому что 6-я немецкая армия захватила всю Францию за 6 недель, но не смогла захватить это здание за 6 недель. Другой сказал, что это здание является символом храбрости и самопожертвования советских солдат, является доказательством для всего народа, что слоган «Наше дело правое, победа будет за нами» было настоящей правдой. Один из наших подписчиков, зрителей, сказал мне, что она мне хочет все тут показать, поэтому я решил встретиться с ней в местной кофейне. Да. Очень рада к нашей встрече. О, взаимно, взаимно. Да. О, ну, после такого поездки нас на поезде немножко устал, хочется бодриться. Мне кажется, что нам поможет, может, кофе? Это всегда хорошая помощь. Bar. Давайте. I love this, like, stripes. Ого, конечно, большую порцию мне, извините за нескромность. You must, like, 3D. Ну что, покажите мне свой Волгоград, самый настоящий. Beautiful city itself.
Прогулка на корабле по реке была очень расслабляющей. Я думаю, всем вокруг меня очень нравилось это 100-рублевое пиво в баре на этом корабле. Ирина рассказала мне очень много историй о местных проектах и местных проблемах. Одна из самых интересных историй — это так называемый танцующий мост, на который потратили огромное количество денег, который во время строительства передавали из рук одной компании в руки другой компании, и ушло 20 лет на то, чтобы его построить. Он называется танцующий мост, потому что как-то раз он просто начал трястись и подбрасывать машины на полметра в воздух. Со стороны можно было подумать, что машины просто танцуют. И вот тогда это имя и закрепилось за этим мостом. Но это было только один раз. Знаете, свой город. Я никогда не забуду рассказ о танцующем мосте. Это просто вот супер. Шедевр, да. Я очень рада, что остались такие хорошие воспоминания и впечатления. И надеюсь, что вы вернетесь к нам. Ну, кстати, я завтра вернусь, потому что сегодня у меня есть большие планы за городом. И для этого надо будет арендовать машину. Ну тогда удачи в реализации твоих планов. Ага, спасибо. Увидимся, может быть, даже завтра. Кто знает. Есть несколько вещей, которые я люблю. И путешествия, езда, какие-то прекрасные места — это одно из любимых дел. Хотя это была долгая, сложная поездка по некоторым действительно побитым дорогам, это было действительно классно и мне, и моей машине пройти этот тест. И сейчас мы едем к озеру Эльтон. Это огромное озеро с соленой водой, и цвета этого озера просто уникальны. Я надеюсь, мы это увидим. Да, и сейчас, знаете ли, уже вечереет, и я надеюсь, мы доедем туда до темноты. Но что-то мне подскажет, что этого не случится. Да, и чуть не забыл. Когда вы берете в России машину на прокат, компания почему-то говорит, что она налила туда гораздо больше бензина, чем на самом деле. Да, в Америке машину я так не водил. Спасибо тебе за помощь, оператор Паша. Ну, по крайней мере, заправка была недалеко. Погода была просто замечательная. И девушка на кассе предложила мне очень вкусный кофе. И вот эти проблемы с топливом действительно затормозили наше путешествие, потому что мы добрались до озера Эльтон очень поздно. И, ребята, пока я сплю сейчас в своей палаточке, почему бы вам не подписаться на канал, а? Это займет у вас одну секунду. Нажмите на эту кнопку. Это действительно нам поможет. Конец первой части. Друзья, и мы подходим к концу. Оригинальное видео очень длинное, поэтому я решил разбить его на две части. И если вам понравилось первое, то ставьте лайк, напишите это в комментариях, и я переведу вам вторую. Огромное спасибо за предоставленное видео каналу Russia Beyond. Подписывайтесь на их канал, ссылочка, конечно, в описании. У них очень много разных классных видео о России. И я хочу сказать, что недавно несколько человек поддержали канал. Огромное вам спасибо, друзья. Это действительно помогает нашему проекту. Поблагодарю лично тех, кто написали свои имена в сообщении. Это Александр, Светлана из Москвы и Иван. Ребят, спасибо вам огромное. То, что вы делаете, это действительно важно. И на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Holy moly, that was a wonderful video. Volgograd, formerly known as Stalingrad, because this city, a beautiful city in Russia, Stalingrad, it's really have this beautiful story and the rich culture and history of this wonderful city, because it happens a lot here. A lot of soldiers died, almost 20. As mentioned in the video, 7,000, but few of our Russian supporters said that 20 or 25,000 in counting as of 2021. That's really amazing. And those beautiful places like the metro and so organized city and clean, like the structure of the building, it's like they remain it as what was the war happens before. And those statue that's huge, that symbolizes the great grandfathers and the great grandmothers that who put for the wars during those time. It's really incredible that I really want to travel in this beautiful city, Stalingrad or Volgograd. Additional information, guys, Volgograd, formerly Stalingrad, is a city in southwest of Russia on the western bank of the Volga River. It was the site of the World War II Battle of Stalingrad, commemorated by a huge statue. The motherland calls part of the hilltop Mamayev Kurgan Memorial Complex. The Panorama Museum has 360-degree painting of the battle, as well as weapons and artifacts. To the south, a large arc marks the Lenin-Volga-Don shipping canal.
It was truly a beautiful video representing of Stalingrad, of Volgograd, that people should visit and discover in this amazing place where the World War II was happened also, and a lot will be erected on there just to commemorate, just to honor with those people who fought for the war. And I really want to visit also in that museum and see the history, that the remains also with those like story of what really happened on World War II, and that's truly incredible. I hope this you enjoyed watching with this one, and if you have some additional information with regards to this video, drop it comment section. I'd love to read with that one and respond with you all. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also to my channel. This is Junris Vlogadag React saying stay humble, super positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much, Privyet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.